Павловна всегда ценила и приветствовала новаторские идеи своих коллег. Сейчас я говорю о Елене Валерьевне и Елене Георгиевне. Они всегда стремились к поискам и воплощению новых форм хоровом и ансамблевом искусстве. Вот и сегодня вашему вниманию будет представлена музыкальная сюита с элементами театрализации. Итак, для вас поет лауреат областных конкурсов и фестивалей, обладатель серебряной медали на Дельфийских играх, хор средних классов, руководитель Елена Валерьевна Попова, концертмейстер Ирина Георгиевна Торская. Музыка из кинофильма «Незнайка с нашего двора». Музыка Минкова, слова Эйтина. Солисты. Незнайка Игорь Бурма, Александра Баркова. Синеглазка Виктория Кульпинова, Анастасия Фищенко, Эвелина Талет Задек, ансамбль мальчиков, ансамбль гармония. Кнопочка Аванесян Даша, Тюбик Братенков Антон, Знайка Путилин Егор. Жизнь текла в сплошном порядке, все всегда по распорядку.